Привет, Олеся. Ну, блин, я знаю, что ты сейчас ожидаешь какой-то, видимо, уже пошлой шутки, но она на самом деле не такая уж и пошлая пока что. А ребята в зале, как вы вообще к пошлым шуткам относитесь? Нормально или нет? Нормально. Прекрати! Или... Ты к ней подошел, извинился перед этим. Ты что-то... людей сейчас спрашиваешь, что ты ее хочешь? Причем, Олеся, я знаю, что тебе очень нравятся звезды, поэтому я тебе предлагаю вот что. Поехали ко мне, потрогаешь звезды. Ну это мило, это мило. Это мило, да, конечно. Да, конечно, да. Да, я не сделал, типа, не просто не надел трусы, да, не снял. Да, да. Ну, подготовился. Все. Спасибо. Хорошо. И не так уж и пошло, да? Нет, очень даже уместно.